послышалось. Сейчас ты идешь проверять, не украл ли ничего другого тот, кто грабил сейф. А я пошел в полицию. Пошли. Здравствуйте. У нас деньги из банка своровали. Пойдемте скорее. А? Что? А, да, пойдемте скорее. Так, это место для меня незнакомое, и говорят, что тут где-то могут быть бандиты. Поэтому на всякий случай надо держать дробовик наготове. Но это место вообще прям такое незнакомое. Да? Кто там такой? А? Стоять! Кто вы такие вообще? Да так, мы местные. Мы те, кто ищет тебя на каждом шагу. Прямо сейчас иди за нами, иначе пристрелим. Вот в последнее время у нас стали пропадать жители. Вы ничего не знаете? Большинство жителей стали пропадать, когда уходили из города. Это значит, что их кто-то похищает. Я не думаю, что их кто-то похищает. Скорее всего, они просто теряют направление, когда уходят из города и пропадают. Несчастный случай. А теперь расскажите мне, за что вы меня похитили и притащили в этот город сюда? Мы знаем твои цели, вот поэтому и поймали тебя. Прямо сейчас мы идем на охоту, а ты сиди здесь. Выбраться ты никак не сможешь, ты связан. Только попробуй пытаться выбраться, моментально получишь пулю в лоб. Ладно, пошли отсюда, нам еще нужно кое-что забрать. Надо выбираться отсюда.